Мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, оно чрезвычайно важное и нужное для двух участвующих в этом сторон. Очень приятно, что два крупных учреждения, организации, каждый, который является лидером своей области, мы в области образования, МТС, мобильно-информационной системы в области информационных технологий, поддерживая, в общем-то, довольно тесные контакты, сегодня выходит на новый уровень взаимодействия. Базовые лаборатории, которые мы сегодня открываем, по существу в рамках соглашений, которые мы сегодня тоже должны подписать, очень важный шаг на пути уже взаимного как бы проникновения, потому что базовая лаборатория позволяет нам обучать студентов на современном оборудовании, с которым они столкнутся, работая на МТС, а, соответственно, компания будет довольна тем, что ребята, пришедшие к ним на работу, полностью к этому адаптированы. Я могу лишь еще раз сказать, что вот это событие открытия базовой лаборатории для радиотехнического университета не единственное. Такие лаборатории открыты в разных направлениях подготовки, но мне очень приятно, что наш важнейший, старейший, основной факультет университета, радиотехнический, сегодня тоже участвует в открытии в таком замечательном событии. Один из старейших профильных вузов готовит таких специалистов. На сегодняшний день компания МТС Рязани является одним из крупнейших работодателей. Наша численность более 1700 сотрудников. В основном это молодые люди, средний возраст у нас 35 лет. Но несмотря на столь юный возраст, наши сотрудники обладают теми компетенциями, которые там нам необходимы как работодателю в первую очередь и позволяют там быть лидерами и быть впереди планеты всей. В рамках сотрудничества, это вот первый шаг открытия этой лаборатории, таких шагов будет несколько. Мы будем планируем развивать и научно-исследовательскую деятельность. Надеемся, что у нас все это получится, и выпускники вузов будут более подготовленными и, соответственно, с удовольствием. Совместном мероприятии связи МТС, и я думаю, что вот это вот хорошее, логичное продолжение нашего взаимодействия. Я думаю, что вот те планы, которые есть у вашей компании по расширению нашего взаимодействия, я думаю, что мы реализуем. Мне очень с вами приятно работать с вашим вузом, с вашими сотрудниками. Я надеюсь, действительно, все, что мы задумали, реализуем, и там в плюсе останетесь все. Уверена, что она поможет нам в освоении новых знаний, которые мы получим, занимаясь на прекрасной работающей аппаратуре. Спасибо.